Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о таком освежающем и полезном напитке в жаркое время года – о квасе. Квас – это полезный и здоровый напиток. Еще в 5 веке до нашей эры люди готовили напиток по составу, похожий на наш современный квас. Уже тогда люди чувствовали на себе его пользу. Именно поэтому квас широко используется в лечебных и профилактических целях. За счет столь удачного подбора веществ в составе, квас способен благотворно влиять на наш организм. Он улучшает обмен веществ, утоляет жажду, а также благотворно сказывается на работе нашего желудка. Польза натурального кваса заключается именно в его химическом составе. Квас способен не только утолить жажду, но и устранить жуткое урчание в нашем желудке. Казалось бы, дрожжевые бактерии признаны производить брожение. Однако в человеческом организме они ведут себя достаточно странно и тихо. Эти бактерии активно участвуют в обменных процессах, а также способны освободить наш организм от всего вредного и ненужного, а конкретно от шлаков и токсинов. Особенно полезен квас, если он приготовлен в домашних условиях, так как он не содержит в себе красителей, консервантов и прочих добавок. Это особенно ценно в наше время. Существует достаточно много разновидностей кваса, однако самым популярным по-прежнему остается именно хлебный квас. В нем содержатся витамины группы Е и группы В. Особенный вкус хлебный квас приобретает именно в охлажденном виде. Он способен утолить не только нашу жажду в жаркий день, но также благоприятно сказаться на нашей физической и мозговой активности. По мнению ученых, в квасе содержится кальций, который способен укрепить нашу зубную эмаль. Также в квасе достаточно мало калорий, и он может быть употребляем во время диет. Если квас приготовлен в домашних условиях, то он также может быть использован в косметологических целях. Им можно ополаскивать ваши волосы после мытья. Прислушивайтесь к нашим советам и помните, что быть здоровым очень просто. До новых встреч!